Женщина попала под колеса автомобиля в Череповце. Авария произошла на улице Рыбинской в районе дома 64. По информации ГИБДД, пешехода сбил водитель на Kia Spectra. В аварии 60-летняя женщина получила закрытый перелом левой голени. Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Женщина пострадала в аварии в Череповце. ДТП произошло на проспекте Победы в районе дома 83. Как рассказали в ГИБДД, мужчина на машине Suzuki Grand Vitara врезался в препятствие, после чего автомобиль откинуло на ВАЗ 15-й модели, который двигался в попутном направлении. Травмировалась пассажирка Suzuki с различными травмами. Череповчанку доставили в больницу. Разбил машину и скрылся с места ДТП. Хозяин поврежденного автомобиля обращается к очевидцам через социальные сети. Форду разбили боковую часть на улице Тимохина. Предположительно, у виновника аварии автомобиль красного цвета. И вызвал же какой-то гад, полетели штрафы бедным водилам. Такой комментарий оставил автор. На фото видно, автомобили припаркованы прямо на тротуаре, пешеходам путь закрыт. Идти людям придется по проезжей части двора, там, где тоже ездят машины. Ни о какой безопасности в данном случае речь не идет. Действия автолюбителей осудили. Впрочем, нашлись и те, кто за автомобилистов заступился, и даже подсказали, как обжаловать штраф. Ну а большинство сошлись во мнении, культура должна быть, уважение, и законы не надо нарушать, тогда и обжаловать будет нечего.